Всем привет! Сегодня будем готовить очень простую, но вкусную картофельную запеканку с яйцами. Блюдо, что называется, на скорую руку. Минимум затрат, максимум удовольствия. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищенную картошку разрезаем пополам и нарезаем пластинками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Картошку порезали, теперь я солью воду. Добавляем перец, соль, куркуму, подсолнечное масло, выдавливаем чеснок и хорошо перемешиваем. Берем форму для запекания. Смазываем ее подсолнечным маслом. Высыпаем туда картошку. Разравниваем. И отправляем запекаться. Духовка разогрета до 200 градусов. И будем запекать примерно 40 минут до готовности картошки. В это время разбиваем в миску яйца, солим их и размешиваем до однородного состояния. Прошло 40 минут, картошка пропеклась хорошо. Достаем ее, заливаем яичной массой и продолжаем запекать еще 10 минут. Прошло немножко больше, чем 10 минут, наверное, 12-13. Яйца свернулись, картошка готова, можно подавать к столу. Вот и все, вкуснейшая картофельная запеканка готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.